Задействовано 2 бригады рабочих и 4 единицы тяжелой техники. Подрядчиком выступила ДРСУ «Вираж». Сейчас идет выемка разбитого дорожного покрытия и подготовка поверхности под асфальтирование. На всем протяженности, значит, около 800 метров квадратных ямочного ремонта необходимо выполнить, ну, от 5 до 8 сантиметров толщиной. Всего ямочного ремонта у нас 4260 метров квадратных. Значит, и дальнейшее, согласно плана, значит, они будут продвигаться в сторону Витязева, улица Горького, затем верхняя дорога, и заходят в город по самым, будем говорить, проблемным нашим местам, которые первые, ну, за эту зиму она была немножко, скажем так, суровая. Вот. Будем выполнять улица Шевченко, Самбурова, ну и так далее. Дорожно-ремонтные работы начались еще на прошлой неделе. На улице Владимирской уже обновлено более 100 квадратных метров асфальтового покрытия. Если погода и дальше будет благоприятствовать, то завершить ямочный ремонт специалисты обещают уже к середине мая. Кроме того, продолжается и процесс благоустройства курорта. Сотрудники Ремстроя облагораживают улицы города и Пионерский проспект. Здесь идет строительство велосипедной дорожки. Ежедневно трудятся 2 бригады и 4 единицы спецтехники. В настоящее время пройдено уже около 900 метров, установлено 450 метров бордюра, засыпано 400 кубометров щебня. Кроме того, начат монтаж тротуарной плитки на набережной возле санатория «Русь». Также сотрудники Ремстроя завершили замену плитки на левой стороне улицы Гребенской и перешли на правую.